Сегодня 10 июня, Ликомера, естественный фон, так пшеница выглядит, 2 миллиона, 6 миллионов. То есть здесь не было удобрений, это второй срок сева, 17 апреля, 6 миллионов, приточки четко видны, 5. Есть вот эти вот пятна, то есть это вот, получается, пестрота плодородия проявляется. 4, 3, 3. Вот на 3 миллионах немножко посев начинает выравниваться. И 2 миллиона. Флаговый лист стал пошире, выше и так далее. Конечно, не выглядит густо, но все равно как бы имеет место быть. Естественный фон, ликомера, а второй срок сева, это посев был 17 апреля.